Здорово, подписчики. Сейчас вам объясню такой трюк, как Chicken Bar Spin. Чтобы его сделать, становите все стенки, заднее колесо упираете в стенку. Берете руль, если у вас левая ведущая нога, кидаете руль, начинаете его вести в левую сторону левой рукой. Есть два вида кручения: бас-драйвер и кидание. На начальном этапе рекомендую делать бас-драйвер. Он куда проще, более контролируемый. Бас-драйвер. Выглядит он так. Кидаете левой рукой, то есть вашей ведущей. Если правая ведущая, кидаете правой. Ведете, полностью прокручиваете руль. Отложите это движение. И у вас есть еще ловящая рука. Отпускаете вначале, прижимаете к телу. Ведете и ловите примерно в этом положении. Поделайте это упражнение и доведите до идеального состояния, чтобы вы его делали на автомате с закрытыми глазами. Также есть способ кидания. Отпускаете ловящую руку, ведете примерно градусов 90, ловите, ставите кидающую руку. Способ очень простой, его минус в том, что его трудно контролировать. Сейчас покажу вам, как это все делается на практике. Чтобы избавиться от страха кручения руля, рекомендую вам встать на ось вашей втулки, либо болт, или в идеале пегу. Сюда ногу ставите противоположную ведущей, и таким образом у вас пропадает страх кручения руля. Поздравляю! Доведя это движение до идеала, можете приступать к кручению Chicken Bar Spin с педалей. Необходимо для удобства поднять вашу сидушку, чтобы ногами было удобно ее зажимать. Сейчас объясню, как это делается. Дальше необходимо попробовать это движение. Поделав его несколько раз, избавившись от страха, можете начинать крутить руль. Руля. Он очень быстрый, неконтролируемый. В начальном этапе не рекомендую его делать. Желаю вам удачного прогрессирования, самое главное, быстрого и правильного. Всем пока!